have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Всем привет! Привет. Чего я так беспокойно озираюсь? Доброго времени суток. Слак! Ты, кстати, переоделся. Круто. Под серию переоделся. Кот сегодня не переоделся, поэтому кот сегодня лошадь. Как бы странно это ни звучало. Так. Короче, ребят, Doors, как вы просили, пожалуйста, у нас дошли руки на 12 человек сервачок. Спасибо. Я вообще без понятия, что происходит. Давайте заходим. Короче, так. Все будет страшно, пугаться. Да, пугаться будет можно? Страшно, пожалуйста, приготовьте дополнительно. Нас обманули! Там не рассчитана игра на пятерых, она на четверых рассчитана. Нет, я хотел на кнопку. Ребят, я вам показываю этот крутейший отель. Я вам гарантирую, это хороший отель. Мы просто приехали, отдохнем сейчас. А мы просто приехали. Ребята, если вы услышите какие-то меня больше волнует, если мы не услышим какие-то звуки. Если вы проблемы с моргающим светом, то обратитесь в администрацию. Администрация находится в любом шкафу. Why the long face? Так, ребята, музыка в лифте совершенно не соответствует тому, что сейчас, скорее всего, начнется. Да нет, тут это безобидный, на самом деле, режим до 10-й комнаты. Это режим для маленьких девочек и для маленьких мальчиков. Ты знаешь, как избавляться? Режим, обучающий алфавиту. Да-да-да-да-да. Если вы услышите пшик, резко начинайте смотреть во все стороны. Да. А зачем спойлерить? Почему нельзя людей попугать? Зачем спойлерить? Да. Фрун, ты где? Они и так испугаются. Я ящики лутаю. Ага. Умный. Они и так испугаются. Он не то, что мы. Фрум умный. У него хороший контент. Нет, остановись, конь. Нам надо спать. Так, вы же что-то открыли? Все хорошо. Меня. Зачем? Да тут так, просто дверь. Ну ладно. У меня это. Все чуть-чуть. Третий дом. Минуточку. Почему у нас все равно четверо? Это прям реально у нас так четверо и будет? Все, Пика остался там? Пика, да, Пика вышел. Она вылетела. Пика вышел. У него вылетело. Это печалька. Пика. Ну ладно. Ну и ничего, в следующем раунде будет. Игра такая все-таки говорит, нет, вы пойдете вчетвером. Почему мы идем из комнаты в комнату, и ничего не происходит, и что будет происходить? Что, в чем прикол? Ну, не рассказывайте. Да ну нафиг! Вы знаете, как я к хоррорам отношусь? Меня уговорили сюда прийти, выпустите! Там есть 100 комнат, и когда ты дойдешь до сотой, ты поедешь. А что там будет, я не скажу. Не надо спойлеров. Я знаю, что там, но я не буду говорить. Вам нужно. Ты знаешь, или ты там был, или ты просто знаешь? Я прошел, и вот я лично прошел за стё, но я вам не скажу ни а слова. Что за Фрум! Наверх. Фрум! Уже нажал! Наверх! Конь, постой! Да ёперный театр! Куда наверх? Вот я понял. Да, Вверх, в смысле, по ступенькам. Окно. Как неожиданно. Чё, залип? Так, тут может быть где-то рычаг. Библиотека. Библиотека, блин, народ, да. Я, наверное, сейчас не в тему, но мне вот эта вот вся библиотека очень сильно напоминает скин на 98-ю винду, которая у меня была. А, ностальгия. Так, все сюда, давайте. Погнали. Девятая комната. Что-то вы говорили, после десятой можно подгузник менять? Давайте, пойдем. Это нету света, чуваки. О, зажигалка у слага какого-то. А почему? Зажигалка только у кого-то? У меня, потому что я ее нашел. Лутайте шкафчики, в них могут лежать фонарики. Так. Там зажигал. Что-то пшикнуло! Нафиг я туда полез! Я уже здесь. ХПшки не восстанавливаются, да? Ластырь нужно искать. Блин, Фруму зря не объяснили Фруму. Надо было все-таки объяснить. Вы говорите об искусственном шкафчике. Я полез в шкафчик. Там какая-то чудо-юдина, блин. Постой. Давайте картину. Народ, мы играем или спидрани? Я не понял. Мы играем, а не спидрани. Ну вот, видимо, спидрани. Ищите шкафчики. Это тумбочки называются, а не шкафчики. Тумбочки. Ребят, нам хана. А Чивка приехала. Ну, нужно было всем все объяснить, Слав. А что мне произошло, кажется, да. Пожалуйста? Вот вы мне сейчас объясните, что... Это
Вы, видимо, не заметили моргающего света. Я вообще ничего так... не заметил, потому что вы несетесь, несетесь. Кот бежал слишком быстро. Хорошо, дело в другом. Вот заметил ты такой моргающий свет, и что дальше? Дождаться, когда... Это значит, что идет монстр сзади. Да, вам нужно надо спрятаться в шкаф, чтобы он тебя не поймал. Мне выходить или ты перестанешь слышать страшные звуки, тогда выходи. Выходи и опять по ссылке присоединяйся, потому что нас четверо было, а не пятеро. Или долго в шкафу сидеть нельзя, а то умрёшь. Печаль, ладно. Сейчас по ссылочке, давайте переходим по ссылке. Слаг, давай. Торопись. Опа. Все. Так, один из нас точно должен умереть. Ваш вход мы может быть дойдем. Проблематичен, вас предупредили. Вторая карточка, поехали. Чел, который писал, что до 12 можно играть. Нет, там написано... Погоди, тебе что... не сказали, что выкинь, сказали, что может быть проблематичным. Хотя, блин, нас четверо. Нет, я ему писал, что можно, может быть проблематично. Пика. У нас опять четверо. Пика. Пика. Так, пики с нами нету. Но... Блин. Ладно. Блин. Забудьте про пику. Вы его больше не знаете. Съел интернет. А вот. Короче, да. В любом случае, у нас пару ребят просили этот режимчик. Мы с вами сами его обсуждали, поэтому так уж и быть. Снимаем сегодня. Я не против. О, повезло. А лут у каждого свой или общий? А, лут у каждого... Ника, ты можешь включить демку? На тумбочке не распространяется. Нитка. Что? Можешь демку включить? У тебя не будет? Погоди, если кто не занят... Давай я лучше включу, у меня нитро есть. Ладно, давай. О, давай. Только экрана запусти, чтобы вообще... Держи. Питесь, кот, ты тоже. Скот, лошадь, кота... идём. А он сзади. Кота, лошадь, давай, бегом, погнали. Лаги. Я не фитнес. Да, я демку включил, лаги, пошли. Кстати, лаги просто страшные какие-то. Ты чё? Я карачо. О, рычаг. Но это, скорее всего, из интернета. Не-не-не, народ, я еще по вашим голосам начать. Смотрю. Если вы становитесь роботами, значит лаги у нас. Если вы нормально говорите, а лагает игра. Ой! Мы еще кота не дождались. Упс, а где. Скачи сюда. Вот. Я скачу. Ребят, я хочу глюк. Еще один монстр. Иди сюда, коня. Не надо там никого призывать, блин. Копытные. Да я ребята, ребята. У нас геймплей двери, а не спина по призыву демона. Ребята, есть еще один монстр интересный. Если вы далеко друг от друга уйдете, то появится глич. Он нанесет 15 урона. Круто. Еще, кстати, в стены. Упрись в стену, если она будет отличаться чуть-чуть по текстуре от другой. Так, свет моргал, или не показалось? Вы, короче, прячьтесь, я спасусь. Прячьтесь в шкафу! Быстро, быстро! Шкаф. Я не успеваю. Фром, ты не успел. А, там кто-то уже прячется! Это я был! Или кого ты там пытался спрятаться? В шкаф, я бегу в шкаф, там уже кто-то прячется, классно. Это классно. Вот играйте дальше, я за вами понаблюдаю. Погнали, а кто из нас выжил? Я вижу киченеза. Так, а как это убрать? Потыкай, Слаг. И фрум. Ну, я могу наблюдать за... как мне таблицу убрать? На вот эти три точки, три полоски. А. Три точки, три полоски. Три полоски. И они тут такие танцуют. Кто тибекингом занимается, блин? Вы мелкие. Мы можем вас подранить. О, Слаг тоже умер. А чё у вас двое осталось в самом-то деле? Говорит, спрячьтесь, я спасусь. Ходи, кот, не убегай далеко, я зажигалку нашел. Да. Я там нормально играю. Шкафов очень мало, она не рассчитана. Останьтесь здесь, я его задержу. Ага. Задержал ты, конечно, отлично.
Надежный план, как швейцарские часы просто. Смотри, дальше моего трупа он не прошел. Даже лучше, чем швейцарские часы. Как планы Пики в Апексе. Да, кстати, да, Пика? Пика. Что это такое? Ключ? Кстати, а что там по Апексу? Короче, надо открывать это, двери его. А не смотри на эту карту. Не смотри. Блин, а глаза вообще красивые. Да, ну я-то могу смотреть, да, не то что вы, лузеры. Обидно вообще-то. Мои глаза. Тим про первого плана. Попадутся в ловушечку. А как когда они зашли в седьмую дверь, потом в 18? Стоп, ребята, упритесь в стену сзади вас. Не-не-не-не. Тебя видно? Зубы будут тебя демонтировать. Я на коню зубы не смотрю. Ой, нет, а другой экран. Вот, кот, так... выходи, у нас это все. Он исчез. Нужно найти рычаг. Нет, ты туда иди, я сюда зашел. А я всегда жду, пока не иду. Вот эта фишка, она не из фосмофобии случайно? Нет. Это, кот, я нажал на рычаг. Ты там стоял, ты даже не пошел мне помочь. Да-да-да, это он просто стоял и это... Копытом там бил. Кот, ну ты эгоист. А я всегда... А, кстати, когда плазмофобия? Ой, вы хотите фазмофобию? Нет. Да. О, давайте фазмофобию. Нет. Можем следующую субботу. О, это, прячьтесь. Не, прятаться не надо, это просто шкаф. Как на субботу после 4? Вот возьми тут... Да ёб меня на театр! Ну... Вот. Мне тоже напишите. Ты это видел? Прохождение, а не пидра по Майнкрафту. Да нет, ты видел, что это было? Я надеюсь, ты умрёшь. Вам с***на. Я видел, что что-то мелькало, сияло, что-то непонятно, что... Ох, ты ж ё. Это глаза. Это глаза были? А, то есть фишка про видел была в прямом смысле слова. Я всегда беру с собой видео. Появляется много глаз, значит, скоро крутой морг. Я пшикалку слышал. Это не показалось. Если что, они говорят про... Погнали! Народ, у нас немножко подлагивает, сорян. Сейчас будет монстр крутой. Двери, откройтесь! Нет, все, обойдешься. Сезам, откройся! Чего ты испугался? Жесть! Конь вот в небо смотрит! Какашка, ты сам ищи свой ключ, Дран, я буду тут стоять. Что тебе не так? Залипать в шкаф. Конь... Сянин? Конь в пальто. Ты бы видел, что я видел. Свитер. А, тебя паука? Это... Вот у тебя, видимо, проблемы жесткие. Ладно, пошли искать ключ вместе, раз уж до того дошло. Кот, ты слепой совсем, тут у камина был ключ. Он немножко не на то смотрел. Да. Как, в принципе, то, что мы не можем найти, всегда находится перед нами, на видном месте. Кот, спрячься. Это же не был Сиг, да? Да? Да. Ладно, я шлю. А зачем ты вышел-то? А, нельзя слишком долго сидеть. Я... Оно... У меня ничего не появлялось вообще. Ты прям в тютелька в тютельку вышел, вовремя. Да, я хотел назад зайти, но я не успел. Ну, конина, давай ломись. Лузеры! Не, он не сможет выжить, он не может ключ найти у камина. О, сейчас будет... 30... О, да-да-да-да! Глаза... Можешь поцеловать. Тик, привет! Ребят, привет, когда... Тик! Ребят, поздоровайся с Тиком! Лезет в глаза... А что за глаза или даже глоза? Что они делают? Не, глаза, смотри, это значит, что... Значит, появится скоро монстр, который будет за тобой бежать. Да, сейчас будет... Вот примерно вот в этой комнате. Да, вот вот сейчас здесь. Сзади. Это, он короче... всегда в этой комнате. Ну чё, погнали! Это тихоокеанский монстр, он побежали. Сбежал с нефтевышки. Валим! О, клякса. Чё? Сейчас музыка прикольно погнёт. Давай. Ян! Погнала жара.
Там потом будет выбор двери, и тебе нужно посмотреть, какая я, наверное, дверь. Рад, что я не дожил до этого момента. Кот, беги вперед. А нет, Кум, на самом деле это очень легкий момент. Ну как легкий, я тут успел... Не подходи к рукам и огню! Не подходи к рукам и огню. Просто знаешь. Чувак, да я проходил эту игру, наверное, 0 раз. Все. Он дальше от комнаты не пойдет? Да. Не. Бум. Буньк. Ударь его туда. Копытом тебе в колено. Меня друг так же делал, когда от него сбежал. А я спрятался, я боялся, что он за мной побежит потом. Моя дверь. О, тьма. О, у тебя же зажигалочки нету. Да. Начинаем наше радиовещание. Ладно, а тебе стоило... Что? Что? Где? Надо поспешить. Это я пшикнул. Хватит, я так не смогу найти нормального настоящего. Ты не сможешь. Настоящий не зарабатывала. Настоящий пшикнул. Это его. О, это что-то интересное. О, так, полтос? У нас будет слепой чел, который очень хорошо слышит. Тебе надо на контроле идти. Ну, в приседе. О, нашел. Ее сейчас нет смысла врубать, чел. Смотри, тебе надо на катанах ходить. Тихо, все тихо. Кот, тебе нужно найти книги. Книги чуть-чуть будут выпирать из стены. Иди на контроле. Книги на нижних полках, они будут не упирать, они будут выделяться. Со мной проходил. Ты знаешь, зрители не все могут знать. И лучше прокомментировать эти моменты. Я к тому же тоже не знаю. Спасибо. Слева книга. Тут книга была. Знаете, я тут с двумя друзьями играл. Так вот, один спалился. На него пошел это злой дьявол. Он его убил. Побежал на меня, и я тоже умер за него. Нет, знаешь, как это сейчас прозвучало? У меня друг спалился, на него пошел дьявол, он его убил. А потом убил меня. Во-во-во! То есть друг убил дьявола. Это прозвучало именно так. Как было? Мне сейчас попытаюсь объяснить. Короче, он пошумел. Я рядом с ним сидел за горшком. Иди попечатай на машинке, она хорошие звуки издает. Такие чик-чик. Ребят, да. ребят, сравните лицо коня и морду твоей хрени. Нажми на глобус, кот. Нажми на глобус. Ты зачем жуешь? Нажми на глобус, ачивку даст. Кот, ты зачем ешь листок? Ты его сквозь свою рыло. Нажми на глобус, кот. Сзади глобус нажми. Мне кажется, по уровню подставки пики там сейчас будет страшный звук. Не, ачивка? Просто прокрутится. Да я не знаю. Его нужно прокрутить 10 раз, потом 10 раз на печатную машинку нажать. Отправьте это письмо 20 людям, да. Нафиг иди! И найдите телефон под подушкой. Положите об этом населению. Кот, ты нажми на печатную машинку. Он за этот стол никогда не зайдет. Ты можешь побегать тут. Я тебе серьезно говорю. Я проверял. Ага. Почему-то в таких играх. Ну только нужно отойти чуть-чуть от стола. Да молодец. Нет, сейчас эту ачивку получишь, да-да. У меня наушники лаком пахнут. Зачем? Как? Почему? Сейчас пойду. Не знаю. Так, ладно, давай подумаем. А ящики лутать это громко? Нет. Тогда лутай. Вот эти ящиков. Вот игровые звуки, да. Они ничего не издают, только шаги действуют. Надо найти пункт, Я не могу. Нормально воспринимать все это изображение как головы коня? Не, когда он держит листок, но при этом листок протыкает его рыло. Я столько книг вижу, а кот их так активно не хочет брать. Тебя никто не убьет. Да, вот одну из, кстати. Он за стол никогда не ходит, даже если топает. Я заметил книг 5 уже, наверное. Кот ленивый пельмень. Да я... Тут так опасно. Ладно, ради контента. За контент! Давай, конь, за контент! Куда ты был? Ты дурак, что ли? Не-не-не, он бежит на тебя, а потом возвращается, куда шел. Немного побежит. Он с каждой тобой открытой книгой ускоряется, чел. Да? Нет. Он ускоряется. Нет.
Это дизинфа! Это... Он ускоряется. Он не ускоряется. Нет, он скорее становится вроде. Он развивается, я не знаю. Я всегда стоял в одном и том же месте, он меня не находил. Потом я ввел пароль, и он когда... меня убил. Я когда там 5 букв открыл, 5 букв находили, его бик можно было ставить под музыку Дежавю. Дежавю, I can't be this place before high on the street. Это надо ставить, когда ты 100 раз умер от него. Авторские права. Нет, в таком исполнении вряд ли будут. Согласен. Конь, давай, отлично видно. Вы его видите? Ими, да, выходи. Да, морда собаки. Я не хочу. Морда собаки. Выходи, он ушел. Да я не думаю, нет, он не ушел. Выходи, выходи. Выходи, ушел. Выходи. Ты можешь выходить, давай. Все, свалил, выходи. Выходи. Уходи. Конь, выходи. Уходи. Уходи. А конь, блядь, выйдет? А когда конь можно выйдет? Можно просто подать пароль, если тебе настолько лень так, искать все свои книги. 6-6-3-2 или 6-3... Короче, смотри сам. А там... там, короче... Там... знаков у него нарисованы. Треугольник, октаген, круг и квадрат. Уйди! Код у него можно может собирать. Вообще не быть этих букв. Там не... У него там может быть не... правильным кодом. Рисовочки не может быть иногда... той фигурой, что ты нашел в книге. Да-да-да. Там, кстати, к примеру, не может быть... Чего не может быть? К примеру, ты взял листочек, нашел книгу. Треугольник, к примеру, 5. А в на листочке нету треугольника. А, я понял. Просто то есть тебе надо искать другие книги. Я понял. Книг там где-то, ну... 10. А, 10. Иди! Ну, ленивый пельмень, давай, работай. Ленивый конь. Скотина, это нечестно. Он ко мне все идет и идет. Пельмени из конины. Так может ты слезешь уже, когда он будет идти туда? Он же тебя не видит. Он слепой. Он уперся в сон. У меня мини-игра. Заткнитесь. Он тебя ищет. Он прям с тобой стоит. Он сейчас проглотит просто вместе с тобой. Шел, вылезай. Капец, чел. Тебя сейчас это, злой дух выгонит сейчас из шкафа. Очень фигово будет. О, о! Нет! А, нет. Да. Вали! Вали! Нет! Сейчас Рэмбо нашел. Выходи! Выходи, блин! Я тут буду стоять! Он свалил, ну! Бунтуем за его выход! Не умирает в шкафу, он же умирает. Да, он бунтует то, чтобы этот... Предатель пока был только Пика, когда сказал выходи. Такого блин, я было. Просто уже молчу, просто потому что, потому я не знаю, что говорить. Типа. Блин, человек друзей ищет, а ты к нему прикопался, злой, плохой. Можешь это, к нему... Иди обними его. Иди давай. Обратно. Вы поймите да, горе, Пика, ведь, вы поймите он вселенское он горе этого чувака, он слепой в библиотеке. Моги слепому. Где книги, где книги? В последней комнате он будет... Пришел, значит, слепой почитать книги. Ага. Я бы тоже был злой на его месте. Где капец? Не, он... А, да, он... Да. А ты иди чуть-чуть от нее, а то он рукой тебя заденет. Он просто ищет того, кто ему книжку прочитает. Вот, я же тебе про то же говорю, ищет книжку. За этой стойкой он тебя не возьмет. Он может подойти к тебе, но не будет. Он слепой шарик. Где книги, кстати? У тебя вообще глаза в разных сторонах. Вот эта фишка, то, что у него такие длинные руки, мне чем-то напомнило Little Nightmares. Если вы помните, там был этот чувак с длинными руками, тоже слепой. Я слева книгу... Наконец-то он достал хоть какую-то книгу. Ты слышишь, как он быстро топает? Говорю, сгорится же. Блин, вспомнил про Little Nightmares, еще вспомнил про эту училку, которая шея тянулась. Два! Народ. Он перестал шагать, иди уже! Свинина! Мне кажется, это надо будет вырезать, это просто 20 часов активного геймплея. Это подставь это из Боба 20 years later. Да-да-да! Так, это будет тема. Король. У меня... Я думаю, после этого режима нужно пойти в шутанчик. Помогите мне тоже найти. Кажется. Так вот, люди, те, кто спрашивали,
играю ли я в хорроры, почему я не играю в хорроры. Потому что вот геймплей в хоррорах, это, ну, плюс-минус был бы я вот сейчас бы тут ползал. И всякое такое. Ну, это не то. Может быть, кому-то нравится, ну, как бы немножечко не по мне. Вот, опять же... Чел, мне... тебе капец. А, не, нормально. Я такое вспомнил. А знаете ту фигню в Little Nightmares, где ты светил на фонариком на кукол? Если ты светил, то они не двигались. Да-да-да-да-да. Тоже классно было. Вообще игрушка... Это самая сложная фигня. Угу, yes. Согласен. Мне нужна звезда и книга. Не! Yeah. Да умри ты уже! Да нет, живи! Погоди. Если тебе в пауле не хватает каких-то букв, попробуй сюда потом не скоро зайдем, их поэтому подобрать. Давай. Я предлагаю, кот умрет, и мы на этом закончим. Он споткнулся! Ха-ха! Нуб! И! Беги! И! Он тебя не достанет, беги! Ага, не да-да-да! Не, не надо бежать, иди к замку. Бежать ни в коем случае нельзя. Ходи на цыпочках. Не иди в шкаф, иди к замку. Он к замку не ходит. Иди в шкаф! Это было близко. Подгонять этого. У тебя там немножко торчит сзади. Да пофигу. А что, правда? И спереди тоже? Да. Он ушел. Инфоприт, приходи. Посмотрите в геймрум. Нет, сейчас, погоди. Что за собака? Сказал конь. Где эта книга последняя? Где этот чертов дом? А иди ты к паролю, у тебя цифры. Отгадаешь цифру, отгадаешь. Нету звезды, а ты, блин, ты прав. Тебе еще одна цифра осталась. Ты можешь ее подобрать мне. Ты ее можешь. Методом научного тыка. Методом подбора. Решай! Быстро! Не ход эту! Где записка? Вот она! Так, первым круг. Как ты видишь подбородком? Значит. А он не видит. Он наугад. Ромб, треугольник, звезда. Чудеса. Кройся, я тебя буду восхвалять. Вас будут хвалять, открывайте. Господи, геймплей Рейндорс. Не, может быть, коту весело. Может быть. Но спектакль... Настолько весело, что он уже посидел тут, сидит весь. Я надеюсь, он не взял запасные трусы. Я ж спрашивал, после какой комнаты менять подгузник. Блин, отгадай, после первой, после каждой. Мы не видим, что ты там крутишь, мы видим тебя. Открой уже. Отгадайте пароль для меня. Как 3, отгадать? 3, 2, 4, 7. Комбинацию сейчас. 3, какие фигуры 6, там есть? 6. Так, один пробовал, 0 пробовал, 2, 3, 4. 6. 6. Я угадал. Насчет пароля 666. Кто-нибудь помнит эту игрушку? Блин, она была, кстати, запрещена во многих странах. Такая черно-белая, где ты выходишь за чувака и просто начинаешь всех убивать на улице. Забыл, как она называется. Hatred, по-моему. Вот. Блин, игра-то хорошая. Игра-то хорошая, понравилась. Да. И эта фишка, когда ты... Извините за спойлеры, сейчас, наверное, всем будет очень плохо. Но когда ты доходишь до атомной станции, тебя просят ввести пароль. Угадайте, какой. Я не могу попробуй отгадать 1-1. Пароль. Блин, может, надо все-таки найти эту звезду? Вряд нет, ли. Под... Пароль нет, не должен это... заработать на отгадке. Блин, кот, скинь мне, пожалуйста, вот все, что у тебя, эту книжку, вот листок свой, скинь мне, пожалуйста, я тебе кот напишу. А нет, там зампом гений. Чтоб тебя... Звезда это 9! Звезда это 9! Звезда это 9, я знаю. Звезда 9? Звезда это 9? Да. Так. 3. Тебя убью. Ну как это, дезинфа или инфа? Сейчас узнаем. Тыкай там уже что-нибудь. 9 значит, да? Нет, это дезинфа. А что за записка-то? Что за записка? Записки, так. 4-5. Блин, надо звезду найти, но не хочешь, чтобы я отгадывал пароль. Невозможно. Да без разницы, пароль. Просто ребят, записку. Это ирония такая, что из нас остался в живых только тот, кто хуже всего разбирается в кодах и всяком таком. Так, это всегда? вот что страшно. Где книга? Самое страшное, это под слева. Нету. Слева нету.
Зато есть спрат. Уйди! Рыбы здесь нет. Скажи ему, долгоносик, долгорук, ты меня ведь не воруй. Расскажи стишок, он успокоится. Да-да-да, скажи ему, долгоносик, долгорук, ты меня ведь не воруй. Скажи, что там в книге написано было. Либо в крутые, либо в смятку. Типа, кушай, кушай, большие уши, ешь, ешь, большой плеш. Как и собака. Неста, он умер, хотя бы я это. Я даже не увидел, как. Ноу. Ребят, будем не будет. А, все, ребят, тогда на этом пока что заканчиваем. Вот получилось вот так вот. Не получилось выбраться из библиотеки. Пишите, что вы думаете, как, что, где. На самом деле, ну, вот видите, все равно получается зайти только на четверых. Это немножечко печалька, хоть и запускает на 12 человек. Видим, потом делит просто тимы по 4. А, посмотрим, как оно будет дальше. На самом деле, мне понравилось больше, чем я думал. Поэтому очень великий шанс, что мы сюда вернемся. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.